Депутаты законодательного собрания Севастополя будут работать дистанционно и проводить консультации по телефону и электронной почте. Об этом сообщил председатель городского парламента. Владимир Немцев обратился к севастопольцам с призывом серьезно отнестись к карантину в связи с угрозой распространения коронавируса. Самая главная задача – это не допустить распространения, особенно на территории Севастополя. Поэтому просьба ко всем севастопольцам, если мы все вместе и каждый будет соблюдать те рекомендации Минздрава и правительства, которые связаны вот с этой ситуацией с коронавирусом, я думаю, мы преодолеем эти трудности. Владимир Немцев обратился к севастопольцам, которые вернулись из-за рубежа. Не нужно прятаться, не нужно бояться, нужно сообщить на горячие линии о своем прибытии, данные, откуда вы прибыли, и самоизолироваться. Если у вас возникнет потребность в лекарствах или в продуктах питания, поверьте, правительством организован волонтерский штаб, волонтерские группы, которые призваны как раз решить вот эти вопросы. Председатель законодательного собрания напомнил, что севастопольцы – особый народ. Мы, севастопольцы, мы справимся и с этими трудностями, потому что мы не раз уже демонстрировали свою способность поддерживать друг друга. Справимся и сейчас, потому что время испытаний – это не время паниковать, не время наживаться на человеческой беде. Это время для сплочения и время для проявления лучших человеческих качеств. Я думаю, все мы вместе справимся.